Цена только сегодня. Каждый день мы представляем вам один товар по исключительно низкой цене. Действительный только одни сутки. Удачных вам покупок! Специальное предложение дня. Серебро, золочение 3, зеленых агата. И потрясающая цена на комплект 1499 рублей. Цена действует только сегодня. И только сегодня, единственный раз в истории телеканала Шоп-н-Шоу. При заказе специального предложения дня в рубрике «Украшения» вы можете добавить любое другое украшение и получить бесплатную доставку вне зависимости от суммы заказа. И в прошлый раз, когда мы презентовали этот комплект, настолько было много запросов, что все, к сожалению, не успели его приобрести. А даже в прошлый раз акции такой не было. Сейчас, я думаю, что ажиотаж будет, конечно, намного больше. Успевайте выбирать один из ваших размеров от 16 до 23 и получаете сережки бонусом. И ничего удивительного в этом нет, ведь это готовый законченный образ с натуральными агатами. А это природные зеленые агаты. Это камни, приносящие удачу, финансовое благополучие. Они обладают цветом и прозрачностью самых настоящих природных изумрудов. И к тому же еще и это тщательная проработка всех деталей. Ведь это лучшие традиции русских ювелирных мастеров. А еще это вид полновесно золотого украшения. Потому что золото нанесено поверх серебра. И таким оно и будет всегда. То есть это не просто дорогое, драгоценное ювелирное украшение по виду, но это еще и яркий акцент. Вы почувствуете, как меняется ваш социальный статус в глазах окружающих. Как на вас смотрят, какие комплименты вам говорят. И вот это все счастье. Это радость, это удовольствие. От каждого дня, проведенного в комплекте «Зеленый огонь», вам обойдется всего лишь 1499 рублей. И со скидкой сегодня максимальной 1500 рублей. Номер лота для заказа обязательно запишите. 005-235-064. Комплект «Зеленый огонь». И вне зависимости от суммы заказа, если вы с комплектом «Зеленый огонь» приобретаете хотя бы еще одно, любое другое украшение, у вас будет бесплатная доставка. Уточните правила наших операторов. Первый и единственный раз такая акция у нас в рубрике «Ювелирные украшения». И, конечно, когда мы смотрим на этот комплект, первое, что мы видим, это камни насыщенного изумрудного цвета, ведь они еще и обладают частичной прозрачностью. Со всех сторон проникает свет. Закрепка камня позволяет увидеть всю его красоту. А по оптическим характеристикам эти камни, между прочим, превышают некоторые природные изумруды. Ведь обычно в изумрудах есть включение слюды, и они более мутны. Но сейчас мы можем даже сравнить его с самым настоящим изумрудом, который я принес специально для этого эфира, для того, чтобы все наши телезрительницы увидели кристалл изумруда во вмещающей породе в слюде, и для того, чтобы мы сумели сравнить этот кристалл изумруда с нашими зелеными агатами. Ну-ка, очень интересно. И сейчас мы посмотрим внимательно. Посмотрите, вот это кристалл изумруда, а вот это наши зеленые агаты. А почему изумруд такой темный? Ну, потому что не всегда в природе изумруды бывают вот такого желанного цвета. И я, конечно же, убираю этот изумруд, потому что наши агаты, они намного насыщеннее по цвету, а также они намного желаннее для обладания. Да, изумруд, конечно, здесь проиграл на фоне с этими сочными, яркими и чистыми агатами. Сегодня я, безусловно, выбираю зеленые агаты. И, кстати, я их не просто выбираю, мне их Володя уже подарил. Так что я их ношу, эти украшения. Сегодня был большой сюрприз для меня, потому что когда в прошлый раз эти украшения были, я не успела их заказать, но успела заказать Володе. Сегодня он мне их преподнес в коробочке. Для меня был безумный сюрприз. Володя, спасибо огромное. И я мы уже работаем не первый год, и я уже изучил ее вкус, и я знаю, что ей нравится. Ей нравятся драгоценные камни. Вот этот агат выглядит как изумруд. А еще у него и огранка очень интересная. КР-57 – это та самая огранка, в которой гранят обычно бриллианты. Но сегодня наши агаты в таком качестве, что они достойны этой самой бриллиантовой огранки. И мы с вами видим всю красоту камня, да еще и в этом дизайне. Вот этого дизайна достойны только самые великолепные камни. Потрясающие камни, высокие оптические характеристики этого агата, о котором сказал Володя, это, конечно, то знание, которое мы с вами получаем только на телеканале Шоп-н-Шоу. Консультации напрямую от гемолога. Но ваши знакомые, ваши друзья, которые не будут знать, что это зеленый агат, будут подходить и задавать вам вопрос, откуда такой изумруд? Потому что это то, что делают коллеги, знакомые, друзья, мамы нашего продюсера, которая такой комплект уже приобрела. Она учитель музыки, и у нее как раз все ее коллеги спрашивают,
Откуда такие статусные камни? Представляете, как ваш статус поднимется и как вы будете выглядеть в таком украшении? Дело в том, что этот статус еще выше этих камней, потому что они обыграны в русском стиле, в русском дизайне, классические формы, узнаваемые растительные орнаменты, как в знаменитых традициях, традиционных русских промыслах. И я еще хочу сказать, что здесь высокая комбинаторность украшения. Украшения будут прекрасно сочетаться с любыми другими. Можно носить это кольцо как второе с обручалем, надевать с цепочками, с гладкими или, напротив, орнаментальными кольцами. Плавные, сходящиеся линии напоминают формы головных уборов русских красавиц прошлых веков, которые, кстати, запечатлели русские художники. Ой, как напоминает и украшения, которые были у Фаберже, вот этот русский стиль. И посмотрите, портрет княгини Юсуповой вот в таком кокошнике. Здесь дизайнеры, безусловно, вдохновились картинами предыдущих веков, и это, конечно, смотрится при этом все равно очень современно. Ну, кстати, я вам напоминаю про то, что при заказе любого украшения сегодня с комплектом «Зеленый огонь» вы получите бесплатную доставку. Поэтому у нас есть потрясающая икона «Ангел Божий» 999 рублей. Вот в обычный день, а не в сегодняшний, в день «Зеленого агата», вы бы не получили бесплатную доставку, была бы фиксированная доставка 199 рублей. А здесь и сейчас вы получаете бесплатную доставку. Так что попробуйте сделать свой первый заказ на телеканале «Шоп-н-шоу», если вы этого никогда не делали. И, конечно, вот эти прекрасные агаты, напоминающий изумруд. И вот этот дизайн великолепный, его можно только оправить в драгоценные металлы. А у нас такие есть. Серебро, золото и родий. Три драгоценных металла, которые мы сейчас с вами, можно сказать, видим, но которые хочется ощущать. Потому что, посмотрите, вот это еще и английский замок, на котором есть клеймо завода-изготовителя и клеймо пробирной надзорной инспекции, которое гарантирует, что это драгоценные металлы, оборот которых отслеживается государством, и о чем поставило клеймо Федеральная надзорная инспекция. То есть, Володь, смотри, серебро, золото, три камня, готовый облик, все подобрано, все сложено, выедено, и цена всего лишь 1499 рублей. Это чудеса, которые вы можете подарить себе или кому-то из родных. Это украшения, которые должны быть абсолютно в каждой шкатулке. Ну и не забывайте про специальную акцию. Заказав любое другое украшение вместе со специальным предложением дня, вы получите бесплатную доставку. Успевайте дозвонитесь, размеры пока что еще есть.